Зимородок выслеживает свою добычу. Хороший способ, чтобы обед не испортил желудок. Надо отбить его. Зимородок не преследует свою добычу под водой. Он рассчитывает на свою скорость и эффект неожиданности при ловле рыбы. Для личного употребления зимородок глотает рыбу, держа ее головой вперед. Но если он кладет ее по-другому, значит, рыба предназначена для птенца, который ждет зимородка в гнезде, вырытом неподалеку в песке.